Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моем канале. Пришла к вам с очередной хвостушкой, вот такую куклу-малышку с велосипедом. Лепила я сегодня на своем закрытом уроке. Для тех, кто, возможно, попал на канал впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть как бесплатные, спонсорские, так и платные уроки. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются, и их можно, конечно же, приобрести. Для этого пишите мне в любую соцсеть под видео, после чего я вам вышлю реквизиты для оплаты. После оплаты вы получаете ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать, что через какое-то время она у вас будет неактивной. Нет, вы покупаете урок один раз и используете его ровно столько, сколько вам необходимо. Теперь немного расскажу о самой фигурке. Фигурку я лепила из мастики Top Decor. Также из мастики Top Decor слеплен и велосипед. Не переживайте, никаких каркасов для велосипеда делать нам не придется. То есть ни проволоки, ни шпажки в велосипедах использовано не будет. В самой фигурке есть, конечно же, шпажки, но, опять же, это все несложно. Лицо лепим без молда, то есть никаких каких-то сверхъестественных нам не понадобится стеков, вырубков. Все самое обычное, все самое простое и доступное для тех, кто даже недавно начал заниматься лепкой. Ну что ж, я, как всегда, надеюсь, что данная фигурка вам понравилась, что вы захотите ее повторить. Для этого, как я уже говорила, пишите мне в любую соцсеть по поводу покупки, я вам все расскажу. Буду ждать, конечно же, ваших лайков, буду ждать ваших комментариев. На сегодня все. Всем пока-пока.